Осуществлять надзор за соблюдением законов – почетная, ответственная миссия. Для ее выполнения у работников Пинской межрайонной прокуратуры есть все необходимое. Хорошие профессиональные знания, высокая гражданская позиция, человечность, принципиальность, а еще призвание. Так, на протяжении этого года и минувшего работниками прокуратуры пристальное внимание уделялось определенным вопросам в деятельности госорганов, организаций и предприятий города и района. И в прошлом году, и в этом у нас было актуальным уделение внимания расходованию бюджетных средств как в городе, так и в районе. Мы проводили ряд проверок, и эти проверки показали, что все еще есть определенные нарушения, недостатки в деятельности предприятий по проведению закупок, тендеров, в том числе как и за счет собственных средств, так и за счет бюджетных средств. Под особым надзором находятся вопросы о соблюдении дисциплины, предусмотренной декретом президента Беларуси номер 5, об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций. За последнее время был выявлен ряд нарушений, по которым были приняты меры по внесению актов реагирования, в том числе в адрес районного исполнительного комитета, где данный вопрос рассматривался в расширенном формате. Грубейшие нарушения были выявлены в работе Пинского райпо. Имели место факты непривлечения лиц к ответственности за появление на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения. Оформляли такие нарушения просто оформлением приказов день за свой счет, значит, руководитель давал, то есть, что является грубейшим нарушением, в том числе и требований как трудового законодательства, так и декрета номер 5. Во время беседы зашел разговор и о преступности в Пинском регионе. Если в городе ситуация остается стабильной, то в Пинском районе дела обстоят несколько иначе. В последние годы отмечается значительный рост количества преступлений. В Пинском районе у нас имеется существенный рост преступности, и в основном он это за счет совершения краж. Причем кражи где-то в ряде случаев из-за того, что люди беспечно относятся сами к своему имуществу, то есть оставляют его где-то бесхозно, соответственно, находятся люди, которые начинают прибирать это все к рукам. Затронули тему и о соблюдении декрета номер 6 о неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков, в реализации которого пинчане идут в передовиках. Факты появления граждан в общественных местах в состоянии наркотического опьянения не остаются без внимания правоохранительных органов. Половину всех уголовных дел, которые и возбуждены по республике, они возбуждены в городе Пинске. То есть мы реализуем на практике этот декрет. Это не говорит о том, что у нас сильно, может быть, много этих фактов и больше, чем в других регионах. Я бы не связывал бы это с такой интерпретацией. Просто мы здесь разработали определенный механизм, который дает выявление вот этих фактов. Работники прокуратуры совершенствуют свое мастерство, трудятся на совесть и постоянно повышают эффективность работы по борьбе с преступностью. Нынешний коллектив консолидировал опытных и целиком отдающихся своему делу специалистов. Работа по осуществлению надзорной деятельности в Пинске и районе ведется во всех направлениях на качественно высоком уровне.